Доброе утро, сыночек. Доброе утро, мам. Ну чё, мы ж сегодня хотели пойти в парк аттракционов. Идём? Нет, чё-то мне совсем плохо. В смысле? Чё у тебя болит? Голова болит. И двигаться очень больно. Сейчас я померяю температуру. Так, сейчас посмотрим. Сколько? 39. Ведь и 2? Блин, кажется, ты заболел. И нехило так заболел. Вот, блин, я сегодня еще хотел с друзьями погулять. Видимо, придется отложить на ближайшую неделю. Давай, вставай. Сейчас иди завтракать, если можешь, конечно. Надеюсь, что по мере дня тебе станет лучше. Надеюсь. А я пока вызову скорую. Проходите, вот он. Здравствуйте, доктор. Ну, здравствуй. Чё у тебя болит? Голова очень сильно болит и суставы ломит. И тошнит. Так, ну, судя всего, ты просто сильно заболел. Либо же у тебя грипп. Даже несмотря на это, то, вероятнее всего, тут ничего страшного. Сейчас померю температуру, но, скорее всего, у тебя грипп. Если у тебя грипп окажется, то едем в больницу ставить тебе прививки. Так, температура у тебя 38,9. Но все же довольно сильная. Едем в больницу, у тебя грипп. Ну, блин. Я его буду каждый день навещать. Да, хорошо. Сейчас поедем. А? Что это за место? А ну молчать! Ай, вы чего? Молчать! Фух, успокою его. Сейчас будем его затаскивать и привяжем. И будем ставить над ним самые, что ни на есть, разные эксперименты. Ну что, дружочек, пирожочек, ты попался. Теперь ты тут будешь жить. Приезжай всю жизнь. Хватит мычать, как корова. Господи, чё за дети? Ай, ты чё, пинаешься? Всё, ну всё, ты доигрался. На! 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 Упс, ладно. Если ты будешь еще мычать, то тогда я тебя еще добавлю. Тебе этого мало было, да? Ай! Так. Ладно, надо бы тебя вырубить, потому что, чтобы ты не мычал. Нужно даже... Ай, ногу, руку из тебя травмировал себе. Горе пополам я его вырубил. Сейчас я ему ставлю пару укольчиков, чтобы он успокоился. Так, я у тебя сделал анализ крови. Я так вижу, у тебя группа крови 4,
ты отрицательная. Так что буду это знать. Может, это пригодится. Тебе это точно пригодится. А теперь я в тебе прям в голову уколю укол, который у тебя поднимет температуру до 40,9. Давай. Ладно, я не уколол на самом деле. А вот эта лента с самыми опасными уколами, которые только возможны, будут тебе предостерегать, что лучше отсюда не сбегать. Я еще зайду проведать тебя. Типа его мысли. Нужно попробовать сломать стол. Тогда у меня получится развязаться. Получилось. Только тут различные прицы. Самыми опасными видами. Отлично, я прихватил шприц. Только жаль, раз повязку развязать невозможно. А теперь нужно ждать и убить. Чего? Как ты развязался? Хотя пофиг, я тебя все равно убью. Здравствуйте, я хочу навести своего сына. Проваливайте! А чё вы так грубо сразу? Я сейчас эту дверь выломаю. Попробуйте, она из бронестекла. Чего? Как вы её выломили голыми руками? Я 5 лет боксом с женским занималась. Угу, понятно. На! Где мой сын? Я вам не скажу! Моя мама! Я отомщу! Моя мама! Мамочка! Этот зверь тебя убил.